выпил в тюрьму, романтика. Но как же выйти из порочного круга и начать жить по закону? Герои нашей программы уже отбыли свое наказание и готовы стать полезными обществу, а мы им в этом постараемся помочь. Сегодня в программе «На свободу с чистой совестью, но без гроша за душой». Что были такие даже моменты, что приходилось и на улице ездить, жить, ночевать. Куда идти, когда уже никто не ждет? Мне сестра, она сказала, если ты даже приедешь, тебе идти некуда будет. Жилье, пропитание, работа. Новый подход к снижению криминогенной ситуации. Но какими они выходят, вот полуразрушенными. И это, конечно же, нужен комплекс медико-социальных услуг. Можно ли кардинально изменить свою жизнь? Переустроила одну работу, сегодня должна поехать на другую работу переустраиваться. И другие непридуманные истории бывших заключенных. Сомнительные кампании, употребление наркотиков, в итоге малолетка. О своей непростой судьбе нам рассказал Бекбулат. В местах лишения свободы он провел половину жизни. Оставшуюся решил прожить законопослушным гражданином. Мужчина просит совета, как начать жизнь с чистого листа. Ну вот я освободился, езжу, столкнулся с такими проблемами, с пропиской, с проживанием. Не знал, что были такие даже моменты, что приходилось и на улице жить, ночевать. А чем вы занимались вот это время? Ну что, чем как, занимался? У кого жили? Ну, где придется, там жил. Вот так. Знакомые помогали, да? Ну да, кто с кем где-то пересекался, где сидел. И... А родные у вас есть, родственники какие-то, к кому можно было бы обратиться? Нет. Нету. Почему? Ну я потому что вырос в детском доме, и постоянно у меня судьба такая. Еще в тот момент, когда я в детском доме был, тогда союз распался. Уже как-то особо государство так не заботилось о детях, кто в детских домах. Они на произвол судьбы много кто и... Сразу и тюрьма, у кого кто там находил на улице, умирали, были такие моменты. А меня сразу вот, с детского дома я в тюрьму попал. И вот так сидеть начал, моя жизнь, считаю, так освободился, опять воровать приходилось, чтобы жить как-то. Что-то есть, ну, как-то жить. И мне приходилось воровать, ну, и вот так постоянно у меня и получалось, что я... Промежуток времени на свободе и промежуток какой-то времени большого, там лет 5-3 там, в лагерях езжу, ну, в тюрьмах проходила моя жизнь. Бекбулат вспоминает, его мать умерла, когда ему было 2 года. Какое-то время он с братом воспитывался у бабушки. Женщине нелегко было поставить внуков на ноги, она много работала. У меня бабушка на воспитание взяла. А бабушка моя, она работала, уходила на работу, меня одного оставляла. И я как маленький, там где-то кушать захотел, где-то еще кричал. И соседи просто написали, есть же, что вот так, вот так. И вот так я попал в детский дом. В детском доме я с 2 лет, потом уже, когда детский дом я начал заканчивать, на тот момент был как раз развал Союза, есть же, вот такой момент получился. И как-то особо государство такими людьми, как мы, не занималось, есть же, как, например, она сейчас занимается этим. И что меня оставалось, так же, как и основная бабушка, она в 93-м году умерла. И как раз такой момент получился, есть же, в моей жизни, что надо было как-то жить, и там, что я... Мог я только, мог воровать. И я вот воровал, и так тюрьма у меня, посадили меня, и вот так я сидеть начал. Промежутками где-то я выходил на свободу, потом опять начинал, чтобы жить, для того, чтобы жить, я начал опять воровать где-то. И вот так я жил. Бекбулат признается, раньше и мысли не было о том, чтобы жить по-другому. Однако после последнего срока вышел с осознанием того, что необходимо жить по-новому, по закону. Если раньше мысль о заключении его не пугала, то теперь он не хочет туда возвращаться. Я не мог как-то с обществом слиться, где-то у меня были проблемы там даже с
документами, еще что-то там, ни профессии я ничего этого не имел. И как-то мне приходилось опять для того, чтобы жить, опять приходилось занимать старым делом, там, воровать, там, и еще вот. Вот так я и жил. И, как говорится, все равно, рано или поздно ты попадешься, да, там, если ты будешь воровать, тебя все равно тебя поймают. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну, долго это продолжаться не будет, где-то все равно ты ошибку какую-то допустишь, тебя поймают, и опять ты окажешься в тюрьме. А вот после последнего раза, как вы вышли, вот, как вы уже решили, что, ну, буду стараться как-то жить по-другому, да? Чем занимались? Не, ну я когда освободился, уже как-то взгляды думал, хотел это начать новую жизнь, взгляды поменять, хотел совсем забросить там, не сидеть, надо уже возраст у меня нормальный, надо семью создать, оставить после себя кого-то, есть же там наследников, чтобы как-то жить по-человечески, как люди живут, работу найти, документы сделать. В течение нескольких лет Бекболат работал на стройке. Знакомые научили ремонтировать крыши. Пока есть работа, жизнь налажена. Можно снимать квартиру и не переживать. Однако вне сезона без прописки и документов работы не найти. Не, ну сейчас, видите, сейчас зима, сейчас не сезон. Есть же таких работ, чем, например, я занимался. И сейчас, например, если... Стройка, например, стройка зимой никто не строит. Там отделочные работы, например, если это надо делать, это надо пиарить себя. Есть же там, например, особо такой нет у меня там рекламы или пиара такого, чтобы себя рекламировать. Просто есть люди, которые меня знают и мои способности. Там есть работа, они позвонят, и там я на работу приду. Но такой постоянной работы нету, в общем. Потому что у меня где-то с документами проблемы, с проживаниями, с прописками. Потому что, чтобы на работу, например, солидно устроиться официально, там нужны документы. Там смотрят на много вещей. На прописку, адресная справка, там где-то по медицинским документам, там санитарные книжки. У меня всего этого нету, и я не могу официально устроиться на работу никуда. Так как родных у Бекболата нет, трудную минуту его поддерживают лишь друзья. Но и на их помощь постоянно рассчитывать мужчина не может. Поддерживали меня мои друзья, с которыми я, когда сидел во время отсидки, я знакомился с людьми. Вот эти люди, которые там, с кем я познакомился, они мне помогали, зная меня. Но все равно, как я тоже сам понимал, что я не могу на шее другого человека висеть. Раз помог, два помог. Я тоже уже взрослый человек, и самостоятельно надо как-то жить. Я тоже это понимаю. Сейчас у Бекболата нелегкие времена. Нет работы, а, соответственно, не может снять жилье. Да и жить, собственно, не на что. Как вы считаете, что вам сейчас необходимо сделать, чтобы у вас все в жизни наладилось и пошло уже по другому сценарию? Ну, мне для этого необходимо, чтобы я с документами нашел прописку, прописался, есть жилье нашел, адаптировался в обществе, есть же нашел работу и твердо встал на ноги, создал семью, есть же, и мог жить дальше. Ну, давайте попробуем вам помочь, посмотрим, что можно для этого сделать. Все, да? Хорошо. В нашу программу обратился к Бекболат. После освобождения из мест лишения свободы он оказался один и нуждается в помощи. Чтобы поддержать мужчину и его желание начать жизнь с чистого листа, мы отправились в центр комплексной поддержки «Реванш». Вот мы приехали в центр комплексной поддержки «Реванш», где нам обещали оказать содействие. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Это вот Аня, соцработник, это вот Бекболат, наш герой. Чем вы можете нам помочь? Ну, во-первых, хотелось бы узнать, что у вас с документами. Ну, у меня удостоверение личности есть. Я не прописан сейчас. Дальше и другие документы, как сложности. Сейчас освободился, столкнулся с такими сложностями, что не могу трудоустроиться. Есть же из-за того, что у меня нету прописки, нету документов полного пакета, который нужен для трудоустройства и дальнейшей жизни. Ну вот первая, наверное, проблема еще такая, что ему негде проживать. Может ли он проживать? Да, хорошо. Мы, конечно же, мы сможем вот помочь. Мы занимаемся именно такими вот людьми. Мы вам предоставим проживание,
мы вам сделаем прописку и будем ходатайствовать и содействовать в устройстве на работу. Обязательно. Все, спасибо. А где проживать будет? Можете нам рассказать, так, показать? Пойдемте. У нас трехэтажный коттедж, который мы арендуем для этого проекта. Женщины на втором этаже, да, мужчины на третьем, конечно. Вы знаете, нам задавали вопрос, как вы можете совмещать мужчин и женщин, ну, как бы, ну, чтобы не было, может быть, бардака. Но вы знаете, по нашему опыту это хорошо. Нашим людям сейчас не до этого задумываться там о какой-то семейной вот жизни. Это все потом придет. В довольно просторном коттедже есть комната отдыха, рабочий кабинет, кухня и две спальные комнаты. Комната отдыха, что ли, люди вечером приходят, когда свои... Кто-то уже работает, кто-то только документы делает, кто-то какое-то пособие делает. Здесь вечером собираются, телевизор смотрят, новости, обсуждают день. У нас есть психолог, который приходит постоянно, ведет эти беседы, раскрывает в людях потенциал их. Вот здесь вечером мы собираемся. Сейчас центр работает над пилотным проектом по реструктуризации осужденных. Благодаря этому проекту бывшим осужденным будет легче влиться в социум и стать добропорядочными гражданами. С 1 ноября начался пилотный проект по ресоциализации осужденных. Этот пилот позволит опробировать ту модель, которую мы предлагаем по успешной ресоциализации осужденных в обществе. Что это значит? Это комплекс мероприятий, комплекс услуг, направленный на клиента программы, где в конечном итоге мы возвращаем готовый продукт нашему обществу, что снизит как раз-таки криминогенную обстановку. В нашей программе работают несколько специалистов, которые необходимы для оказания комплекса услуг людям, вышедшим с мест лишения свободы, людям, находящимся на учете службы пробации. Это психолог, юрист, соцработник, равные консультанты и ряд мероприятий. Это как раз-таки проведение семинаров по раскрытию творческого потенциала, по мотивации к изменению образа жизни, по правовой грамотности. Также центром проводится ряд социальной работы. Подопечные прикрепляются к поликлинике. Если есть необходимость, получают инвалидность, оформляют пособие. Во многих вопросах люди, которые годами жили в местах лишения свободы, абсолютно безграмотны. И им необходимо привыкнуть к существующим нормам и правилам. Ну и у нас программа рассчитана на ресоциализацию осужденных. И исполняется она мультидисциплинарной командой, в состав которой входит и психолог, и юрист, и соцработники, и равные консультанты. И каждый исполняет свои функциональные обязанности. И, конечно же, весь фокус идет у нас на клиента программы. То есть фокус – это на клиента, и вся команда работает как раз-таки на него. Дело в том, что программа рассчитана на 6 месяцев, но пилот у нас всего на 2 месяца. За 2 месяца мы должны взять 10 человек, людей, вышедших с мест лишения свободы, и люди, которые состоят на учете службы пробации, и помочь им адаптироваться в социум. Каким путем? У нас проводятся индивидуальные психологические консультации, у нас есть консультации мотивационного характера, где человек методом равный равному доносит на своем примере, как можно жить красиво и в дружбе с законом. Жизнь в лагерях заставляет человека менять привычные ему нормы и адаптироваться к условиям. После освобождения осужденный должен вновь ломать свою систему ценностей и влиться в изменившийся мир. Большинство осужденных, как и Бекбулата, на воле никто не ждет. Некому помочь адаптироваться к этому быстро меняющемуся миру. Мы хотим в этом пилоте как раз-таки опробировать вот эту вот модель, как раз ресоциализация осужденных, где через комплекс мероприятий, комплекс услуг исполняем нашей командой, довести человека до трудоустройства, до того, чтобы у него произошло переосмысление ценностей, чтобы он отказался от прежнего своего образа мышления вообще, чтобы он начал жить по-новому. У нас есть очень хорошие психологи,
У нас есть программы и индивидуальные, и групповые, как раз-таки рассчитанные на переоценку ценностей, мотивацию, изменение образа жизни, изменение вообще модели своего поведения. И вплоть до того, что даже есть психолог, который помогает переписать жизненный сценарий, пересмотреть свою жизнь и написать себе свой сценарий. Проект по реструктуризации осужденных «Возвращение к жизни» – это подготовка осужденных к жизни на свободе. Он предполагает освоение новых социальных ролей, восстановление прежних личных и деловых контактов, а также нейтрализацию отрицательных факторов, препятствующих возвращению тех граждан к законопослушному образу жизни. Многие приходят, кто-то после инсульта, как вот наш Костя. Кто-то приходит с большими проблемами, именно связанными с мозгом, с головой, травмированные, пережившие туберкулез, пережившие там многие какие-то травмы. Кто-то выходит, координация движений нарушена, шумы в голове, слуха нету, нерв оголенный. Что с тобой произошло, Марат? Тебя били по голове там, прыгали в обуви. И таких людей смотришь, и действительно ты понимаешь, что ему уже ничего не надо. Он уже столько нахлебался, и наказание свое он уже понес, отнес уже. Ну просто оставьте его, снимите с него это клеймо. Ему давали наказание, он его прошел, отнес, все, отбыл. Но какими они выходят, полуразрушенными. И это, конечно же, нужен комплекс медико-социальных услуг. И здесь мы уже подключаем как раз перенаправление, сопровождение. Почему я говорю про прикрепление поликлиники? Потому что нужно пройти какой-то ряд лечения, каких-то там профилактических мер. Ну и если у него есть какие-то социально значимые заболевания, то начать принимать лечение. Если ВИЧ, то аэротерапия. Если ТБ-лечение, мы положили на ту неделю парня, то тогда в тубдиспансер. Помощь идет от равного к равному. Делясь своей историей успеха, сотрудники центра помогают другим найти себя. Экскурсия по центру продолжается. Нам показывают мужское отделение. На третьем этаже у нас есть комната для мужчин отдельная. Будете проживать там. Все постельные принадлежности, зубные щетки, все входит в проживание сюда. Мы будем всем обеспечивать. Питание тоже? Питание обязательно, конечно. С 1 ноября у нас госсоцзаказ, где нам выделяются деньги именно на питание. Спасибо государству, что заметили, услышали и дали нам этот проект исполнить. А как долго Бекбулат может рассчитывать на то, чтобы проживать здесь? В общем, этот проект-пилот рассчитан на 2 месяца, но адаптация людей, она где-то полгода. Поэтому полгода – это точно. Это идет время на документацию, на психологический портрет человека, чем он может заниматься, открыть его потенциал, какие есть способности. Может, какое-то образование дать, какую-то специальность где-то научить чему-то. Полгода, конечно же, чтобы человек смог устроиться на работу официально, платить налоги. Бекбулата приняли в центр. Уже в первую неделю проживания там Бекбулат получил городскую прописку. Вот вы и прописались, да, в этом центре «Реванш». Да. Правда, пришлось оплатить штраф, да? Сколько оплатили? 18 тысяч. Это потому, что вы долгое время не были? Да, не был прописан. Сейчас по законодательству человек должен, если он освобождается, он должен сразу зарегистрироваться. А у меня не было такого, чтобы я мог зарегистрироваться. Есть же. Если надо было, то там у нас здесь есть пятак. На пятаке там они прописывают это. Каждый месяц 10 тысяч им надо платить за то, что они тебя прописывают. А вы не стали там прописываться, да? Это же зачем там прописываться, если, например, каждый месяц там по 10 тысяч за то, что ты там прописался, оплачивать. А надо мне постоянное такую прописку, чтобы для работы, для дальнейшего, надо, чтобы где-то ты был постоянно официально, да, прописан. Вот оплатили штраф, теперь у вас есть прописка. Да, теперь буду документы в порядок приводить, уже как-то полегче будет
в дальнейшем на работу устроиться. Угу. Документы все уже будут у меня в порядке. Ну, классно. Что требует для этого? Это обычно у нас сейчас работодатель требует эти документы. Есть же, если ты официально куда-то хочешь устроиться. Угу. Для чего? Для того, чтобы у меня мои там пенсионные накопления, там есть же там медицинские. Угу. А у вас вообще пенсионных накоплений, наверное, нет, да? Никаких? Пока. Нет. Ну, у меня есть сама бумага в мини в этом пенсионном фонде дали. А так еще официально я никуда не устраивался, потому что у меня были как проблемы с документами, с пропиской. Mm-hmm. Да, еще бы хорошо бы устроить на работу, да, официально какую-нибудь хорошую. Ну да. В 2016 году президентом была утверждена комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации на 2017-2019 годы. Когда они выходят из мест лишения свободы, приходят в пробацию, к нам на контроль, значит, что изначально? Мы разъясняем им условия отбывания наказания при постановке. Значит, разъясняем им порядок условий отбывания наказания и оказываем социально-правовую помощь. Это первое, что мы составляем индивидуальную программу им и разъясняем, что на сегодняшний день государство в лице службы пробации оказывает социально-правовую помощь в части медицинской, психологической помощи. Значит, мы направляем осужденных в центр занятости населения города Алматы, где по желанию самого осужденного он может обучиться, получить квалификацию, получить переобучение. Значит, это все делается бесплатно. Ресоциализация осужденных включает в себя такие моменты, как трудовая адаптация и возможность получить образование, медпомощь, социальные гарантии и компенсации. В службе пробации Житосульского района уже заметили положительные тенденции. При оказании социально-правовой помощи все равно рост повторных преступлений намного уменьшился за эти годы. То есть мы совместно социальными службами, да, адаптационными центрами, совместно с Центром занятости населения оказываем им именно посильную социально-правовую помощь, чтобы в дальнейшем они не совершали повторных преступлений. Силами только государственных учреждений охватить всех нуждающихся в поддержке невозможно. И в этом ключе неправительственные организации являются необходимым подспорьем. Данные центры нам помогают, безусловно. И мы совместно с ними работаем. И на сегодняшний день я считаю, что благодаря таким организациям, как адаптационные центры, да, осужденные встают на путь исправления и не совершают повторных преступлений. Однако все усилия будут тщетны, если человек сам не решит встать на дорогу исправления. Мы можем направить его в центр занятости, можем составить ему программу. Со своей стороны центр занятости его обучает, трудоустраивает. Но если у человека нет желания работать, он, естественно, через какое-то время увольняется. Да? Ну и поэтому в первую очередь я считаю, что все-таки должно быть желание у самого осужденного жить дальше, встать на путь исправления, а с нашей стороны, со службы пробации и других государственных органов, помочь ему в этом, создать все условия для того, чтобы он мог в дальнейшем адаптироваться в нашем обществе и жить полноценной жизнью. Можно ли за полтора месяца начать жизнь с чистого листа? Можно, ответьте мы. И сегодня мы расскажем вам одну такую историю успеха. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела, Злата? Мы приехали узнать о том, как вы проживаете. Пожалуйста, проходите, расскажем. Златане 28 лет, 10 из которых она провела в лагерях. Последний раз девушка вышла на волю 2 месяца назад и сразу попала в центр реванш. Возможно, это удержало ее от привычного развития событий. Неблагополучно, папа судимый наркоман, мама тоже наркоманка, в принципе. Ну, это как, ну, муж погиб, но, в принципе, до 16 лет наркоманов не переваривала. И мама свою, можно сказать, ненавидела, потому что наркоманка она была. Потом так получилось. Первый раз я укололась, я ничего не поняла. Получается, второй раз тоже, третий раз уже мне было интересно, почему так всем, что там, мне ничего. То есть я поехала отдельно, Геренджи раньше доступный был, не как сейчас.
поехала, взяла сама, укололась, я поняла, что такое. Я уже воровала. Воровала много раньше, начала 8 лет воровать. То бишь, я уже воровала, сама зарабатывала героин, воровала, начала колоться. Но я года не покололась, меня, получается, посадили на 2,5 года. Я ехала в Чемолган, здесь ЛАЗ 155/4 на малолетку. Не приведи ее подруга в этот центр, она вновь принялась бы за старое. Тоже стрельну опять наркоманом. Опять, то бишь, к людям, которые занимаются криминалом, воры, наркоманы. Ну, старое окружение, старые друзья, получается. Я вообще из Петропавловска, я же не местная. Сейчас, получается, из Петропавловска не поехала, чтобы не ворачиваться к этому окружению. Приехала в Алматы. Вот здесь вот у меня подружка, получается, мы сидели вместе, в реванше состояла. Вот, ну, работали, трудоустроили ее. То бишь, она тоже меня познакомила с реваншем. Вот реваншем сейчас трудоустроила на одну работу. Сегодня должна поехать на другую работу трудоустраиваться. Вот у нее сейчас на какой-то проект пробация, то бишь, там медицинская, там помогает там по медицинским документам, с пропиской, все такое. Угу. То бишь, сейчас у меня круг окружения другой, другие люди. Былые годы, вспоминает Златана, только вдохнув воздуха на воле, сразу приходила мысль о преступлении. Где украсть, где остаться ночевать, на что украсть. Там, ну, то бишь, были потом материальные всякие проблемы. Сейчас, то бишь, у меня есть зарплата, у меня есть доход, сейчас мне это не нужно. Угу. А украсть для чего? Ну, первое время я воровала, я не кололась. Я воровала для того, чтобы где-то жить, что-то кушать, что-то одевать на себя. Потом уже все время начинала колоться. Угу. То есть сейчас у меня этой потребности нету. Сейчас у меня есть крыша на голову, реванш, не помог, первый месяц там жила. Сейчас я получила зарплату, сняла жилье, живу отдельно. Целый месяц со Златаной работали специалисты, психологи и консультанты. Они придали девушке уверенности в себя и показали, что и она может выбрать для себя иной путь. Сегодня девушка вместе с подругой снимает квартиру. Она впервые в жизни устроилась на работу. А вот речь, это, получается, мы наркоманам, незащищенные слои населения, короче, неуязвимые, раздаем шприцы, чтобы не распространяли ВИЧ, раздаем презервативы. А сейчас у меня, ну, сегодня пойду на новую работу устраиваться, тесты буду брать, новые тесты, ну, людей выявлять новые случаи ВИЧа. Не только наркоманов, но вообще людей по городу. Годы употребления для Златаны не прошли даром. После наркотической комы она стала гипертоником. В лагере девушка перенесла инсульт. Сегодня Златане необходимо еще пройти медицинскую комиссию и получить инвалидность. Сейчас уже сейчас старая работа будет деньги, лягу в больницу, лягу в ТЭК, пройду, уже оформлю инвалидность. Но пока вот, ну, правая сторона дошла, так парализованная была правая сторона вся. Не ходить не могла, то бишь не говорить. Парализация правой стороны, там глаз повело, рот повело, говорить не могла. Ходить там, рукой шевелить. Но мелкой моторики до сих пор не то ложку такое держать не могу. Такое, что могу крупное делать. Ходить уже более-менее хожу так, нормально. Сегодня Златана получает удовольствие от жизни. От жизни, в которой нет места наркотикам и преступлениям. У девушки появились планы на жизнь, которые она намерена реализовать. До конца на ноги встать, там какое-то время другое жилье какое-нибудь снять. Может, еще на работу, может, там учиться пойду куда-нибудь, выучусь, какое-нибудь образование получу. А потом, наверное, семью создать, когда там 30. Вот уже 10 лет в поселке Заречный работает центр социальной поддержки. Сюда сразу после освобождения приезжают те, кого на воле уже никто не ждет. Татьяна отсидела в местах лишения свободы 8 лет, за что уже не важно. Она уже понесла свое наказание. Несмотря на то, что семья у женщины большая, 4 брата и 2 сестры, на воле ее никто не ждал. Перед тем, как мне освободиться, то есть, и я пообщалась со своей сестрой, она мне, ну, как бы позвонила ей с таксофона, она мне сказала, что домой, чтобы я не приезжала, то есть... Во-первых, там нет работы, потому что там все заводы стоят работать, и там как бы, ну, даже когда меня закрыли, ну, там уже как бы работы не было, и там вообще, там люди, я не знаю, как там люди живут, но там все заводы стоят, то есть устроиться там некуда. Это во-первых. Во-вторых, у меня сестра, она сказала, если ты даже приедешь, тебе идти некуда будет, ну, чтобы не остаться на улице, вот, и в моем возрасте... Я приехала сюда. Приют женщина нашла в центре социальной помощи. Этот центр уже более 10 лет занимается адаптацией и ресоциализацией осужденных. Ну, это просто. Ну, как бы так, ну, помощь как бы людям, то, чтобы люди как бы, ну, чтобы после зоны, чтобы я могла в себя прийти, восстановиться и
залечить вот эти все душевные раны свои, то, что от меня родственники от, как бы отказались от того, что попала туда. Вот это тоже внутренние, это тоже раны, как бы это все, ну, как бы со временем это все восстанавливается, ну, нормально, как бы в себя приходишь. Ну, с одной стороны, тоже страшно то, что как бы ехать в незнакомый город, незнакомое место, ну, как бы людей не знаешь, как тебя встретят, вот это все. Есть время о себе подумать, о том, что ты сделала, о том, что надо жить дальше, что надо налаживать отношения, что как бы... Тут нужно понимать то, что нужно жить дальше, жить так, как, ну, как люди все живут, то есть нужно уже забывать о том, что случилось. В год сюда приезжают до 100 человек. Всем необходимо свое время на адаптацию. Кто-то быстро налаживает связи и уезжает, другие остаются надольше. У большинства освободившихся проблемы с документами. Здесь помогают с пропиской и восстановлением документов. Мы имеем контакты с различными учреждениями, которые находятся в нашем государстве, в Казахстане. То есть это и мужские учреждения, ну, лагеря, и женские. Они направляют нам ходатайственные письма за тех или иных осужденных, которые, ну, подходят срок к освобождению. И чаще всего это те люди, у которых нет определенного места жительства, у которых нет родных и близких. То есть им некуда идти, некуда ехать, возвращаться некуда. И нам приходят такие письма с, ну, с характеристиками со всеми. То, как осужденный сидел все это время, как он себя проявлял, его поведение, то есть характер, манеры. И мы рассматриваем это все и принимаем решение либо брать этого человека, ну, и помогать ему в дальнейшем. Но главная цель – помочь человеку восстановиться морально, принять прошлое и поверить в лучшее будущее, выбрать другой путь. Самый первый период, когда человек приходит из мест заключения, это, конечно же, мы стараемся поддержать его морально. То есть психология человека не немного, а в большей степени она расшатана, неуравновешенные люди, то есть, ну, такие часто бывают агрессивные и, ну, обозленные, да, на свою судьбу, на свою жизнь. И помогаем, как бы, ну, восстановиться в этой части, чтобы, ну, человек все-таки поверил в себя, в свои силы, в свои возможности, что на этом жизнь не закончилась, что все получится, как бы, ну, вдохновляем его на это все и стараемся вернуть к жизни человека, чтобы его, как бы, ну, сама точка зрения, взгляд на самого себя поменялся, что все возможно, что все получится. Беседами с психологом и консультациями здесь не обходится. Чтобы помочь человеку поверить в свои силы, почувствовать себя нужным, здесь применяются приемы трудотерапии. Мужчина работает в огороде, ухаживает за небольшим хозяйством. Женщин обучают швейному мастерству. Первое время, когда люди освобождаются из мест заключения, пребывая в нашем учреждении, мы обучаем их швейному мастерству. И, как бы, вот, ну, у нас есть такой небольшой швейный цех, чтобы те женщины, которые выходят из мест заключения, и приобретали какую-то профессию, то есть могли, ну, обучаем этой профессии и, ну, и с другой стороны прививаем навык к труду. Вот как они относятся вот к работе, к труду, как быстро начинают вот вникать в это, с удовольствием ли это делают, или как-то отталкивают? Ну, люди разные. Есть люди, которые, ну, трудолюбивые, которым, как бы, легко это все дается. Ну, когда человек желает, у него есть желание, то он быстро обучаем и, как бы, быстрее все схватывает и учится. А, ну, есть такие, которые не хотят, которые, как бы, не желают. То есть и процесс ихнего, ну, восстановления, ну, он просто растягивается. Если человек не хочет поменять в своей жизни что-то, то
То есть, ну, чаще всего это такие люди, выходя из этого центра, возвращаются к прежней жизни. А это опять преступление, опять лагеря. То есть, ну, ничего не меняется. Татьяна живет в центре больше года. Постепенно она возобновила общение с родными. Но возвращаться обратно еще рано, считает женщина. Благодаря центру она устроилась на работу в местный КСК. Я вообще с детства люблю игрушки. Вот моя кровать – это игрушки мои мягкие. С детства люблю игрушки. В детстве, наверное, мало было игрушек. Вот так я вообще здесь всех как бы люблю, да? Ну, для меня они все как братья, сестры, потому что то, что я после освобождения потеряла, то, что братья, сестры от меня отказались, и я нашла их здесь. То есть, как бы, люблю их всех как братьев, допустим, да, вот, ну, как сестер вот люблю, потому что, как бы, потерянную любовь надо восстанавливать. Удивителен и тот факт, что центр социальной поддержки существует исключительно за счет помощи неравнодушных граждан. Забот руководства много. Надо обеспечить подопечных не только едой, но и одеждой. В ближайшее время в швейной мастерской планируется наладить производство, чтобы подопечные могли сами себя обеспечивать. Но для этого необходимо закупить еще оборудование. Смотрите далее новый поворот событий в жизни Бекбулата. Прошло 2 недели, и мы приехали к Бекбулату, чтобы узнать, какие у него произошли в жизни изменения. Здравствуйте, Бекбулат. Здравствуйте. Я здесь уже 2 недели. За эти 2 недели меня здесь прописали, помогли с работой. Сейчас я работаю аутич-сотрудником, раздаю шприцы наркозависимым и провожу с ними беседы, чтобы они не употребляли наркотики, и что мы можем им помочь в дальнейшем. По принципу равный равному помогаете еще, да, таким же? Да, бывшим, таким же людям, которые оказались в такой сложной ситуации, как я. Угу. Вот я вот здесь я живу. Угу. Это вот ваша комната, да? Да, меня вот сюда устроили. У вас такой новый этап жизни, да, наступает? Это, наверное, первая, да, ваша официальная работа, официальное, ну, да, трудоустройство. Как бы по настроению, как чувствуете, подъем, энергию? Не, ну да, конечно, я чувствую, что мне люди помогли, потому что до этого, когда я в таких ситуациях оказывался, и не было помощи, меня на работу, например, никто не брал, потому что у меня были проблемы с документами. Здесь они мне все это сделали, помогли. Сейчас я могу твердо встать на ноги и жить в обществе. Угу. Самостоятельно и помогать таким же людям, как я. Сегодня Бекбулат не просто подопечный центра, он равный сотрудник. Руководители программы рассмотрели в нем заложенный потенциал и доверили работу на передовой. Своим примером он должен показать, что можно отказаться от старых привычек и переписать сценарий жизни с чистого листа. Ну, в этом центре, например, здесь помогают человеку, если он этого хочет, влиться в общество. Я, например, освободился, столкнулся с такими проблемами, когда на тебя смотрят, как на: о, заключенный освободился, там то все, там где-то отталкивают. Есть же человек, и человек, он идет на какие-то поступки, начинает опять воровать, опять сталкивается с такими проблемами, с законом, опять тюрьма. А здесь, например, в этом центре, здесь тебя поддерживают, помогают с трудоустройством и помогают влиться в общество. Есть же стать таким же гражданином, таким же человеком, как и все люди, чтобы ты не комплексовал, нахуй, понимал, что ты нужен обществу. Герои нашей программы смогли сделать первые шаги для построения своего светлого будущего. Будем надеяться, что их уверенности в себя хватит на всю оставшуюся жизнь. Это была программа «Обо всем без купюр». Увидимся в следующую пятницу на телеканале «Алматы».